Приветики всем, меня зовут Яна, и добро пожаловать в состязание звезд скачки. Итак, после последних обновлений, я, кстати, еще ни разу не заходила в игру, и здесь столько всего. Трентон Джеймс, Ти Джей, мне предлагает попробовать что-нибудь новенькое. Персонс Вэлли приглашает вас оценить их новый трек для Стипльчеза. Так, Стипльчез, преодолевать препятствия, захватывающие, и там дальше, к сожалению, не видно текст. Так, окей. Как и в других видах скачек, в Стипльчезе есть особые техники, которые нужно освоить. Преодоление препятствий — это всегда азарт, но без стратегии ничего не выйдет. Вот несколько советов, как быстро покорить эту дисциплину. Так, нажмите кнопку прыжок, чтобы прыгнуть. Когда будет идеальный прыжок, это синяя полосочка. Выполнение идеального прыжка временно повышает максимальную скорость бега лошади. Идеально 3, 2 и 1, то есть умножается, да? Идеально трехкратный, двухкратный и однократный. Я так понимаю, что это увеличение скорости. Так. Хорошо, давайте попробуем. Так, выбрать дистанцию. На бароне Фокс Хилл идет загрузка. Все делаю впервые, еще даже не пробовала, не смотрела, даже понятия не имею, что это и как. Давайте здесь пропустим. Все, поехали. А здесь не надо ускоряться, что ли? И я нажимаю спринт. Хорошо, давайте еще раз пробуем. Так, еще лучше можно сделать, да? Удерживайте... Ага, Space. Мне добавляет энергию. Все, я поняла. Так, отлично. Максимальный бонус. Четырехкратно даже можно получить. Или это четвертое по счету? Да, это пятый идеальный, это счет, оказывается, идет. Я думала, это кратность. И финишная прямая. Ну, я так понимаю, что это была учебная дорожка, тренировочка такая небольшая. Хотите улучшить свой результат, тогда изучите сводку. Слишком рано, слишком поздно. Идеально, это 6. Отлично. Поздравляем. Давайте сменим дистанцию для того, чтобы закрепить результат. Закрепить мое обучение. Линкольн Эбби. А можно, в принципе, все, да, попробовать? Да, давайте попробуем. А, здесь заблокировано, к сожалению. Ага. Ну, хорошо, давайте сюда. Так, временная дистанция. Получите свою порцию славы. Поднимите списки лидеров. К сожалению, все заблокировано. Нужно будет... А, я могу пойти, в принципе, на Олимпию Парка, но у меня здесь разблокировалось. Нужно будет по очереди все проходить. Ага. Так, секретариат, леди. Тут, оказывается, не все по показателям хорошие, да? В зависимости, видимо, от дистанции, от покрытия. Так, хорошо, давайте-ка... Попробуем с секретариата. Покрытие мягкое, к сожалению, не подходит, да? Все, старт. Поехали. Прыжок. Прыжок. Ну, в принципе, не так уж и сложно. Я думала, здесь будет сложнее. Рано! Ага, все понятно. Оказывается, сложнее, чем я думала. Я расслабилась просто. Бонусов дают не так уж и много. Они очень быстро иссякают. Еще 3 преграды. Еще 2 осталось. Отлично. Финишная прямая. Спринт используем. Супер.
Здесь, видите, покрытие твердое, а я взяла с мягким покрытием. Лошадь. Не то, что нужно, но все равно. Получилось все очень здорово. Еще я бы хотела вместе с вами посмотреть на разведение, потому что оно здесь тоже для меня новое. Но я думаю, что у меня будет недостаточно золота для разведения. Можно будет, в принципе, попробовать. Так, вывести лошадь, новинка. Будет это все стоить 724 тысячи, а у меня всего лишь 46. Руководство по разведению здесь у нас есть, да? Внешний вид, основной цвет. Это показатели. Ага. Тут видите, показатели изменились. А плюс, А. То есть желательно вывести все на А плюс, да, потому что это будет восхитительно, отлично, хорошо, неплохо и обычно Д. То есть здесь добавились показатели, классы. У лошади в игре состязания звезд скачки есть 10 классов. Ну, классы мы знаем, предпочтения и уход. Уход вроде бы как не поменялся. Наверное, все точно так же. Я побежала, наверное, тогда зарабатывать денежку. Так, 1 225 000. Давайте посмотрим, сможем ли мы взять жокея. Да, нанять мы можем бывалого. Давайте попробуем все-таки заработать с жокеем награду. Так. И переходим к результатам сразу. Смотрим, сколько мы заработали. Так, ну мы пришли третьи, к сожалению. Ну, заработали достаточно много монет. Так. Ух ты, 2 миллиона, здорово. Мы попробуем сейчас взять, нанять смелого жокея. С большими, с высокими шансами. Посмотрим, получится ли. Угу. Пропускаем. Так. Я пришла вторая, наверное, да? А, здесь спорный момент. Я первая. Победа. Отлично. Нет, зачем сохранять? Спасибо, обойдемся. Все, 2 миллиона заработали. И теперь мы сможем заняться разведением. Идем в конюшню. Вывести лошадь. Так, леди и... базовые показатели. Я не разбираюсь в этих показателях, конечно же. Можно поменять лошадь? Давайте выберем листопада, да? А леди и листопада я уже скрещивала, по-моему, в одном из видео. Ну, давайте попробуем еще раз скрестить, посмотрим, что у нас получится. Здесь все А плюс идет, а леди у нас Д. А, может быть, леди поменяем? Давайте А плюс тут тоже кого-нибудь возьмем. Аполлозу, да? Ага. Все, и посмотрим сейчас, что у нас получится. Так, 1 миллион будет стоить пропустить. Давайте пропустим. И у нас... О, ничего себе! Обалдеть! Серые. Кобылка. С очень хорошими показателями. А, вырастить. Давайте вырастим. И назовем ее... Ну, ладно, пускай имя такое же и останется. Можно случайное какое-нибудь. А, тоже можно было бы леди, да?
Так, босс, это кобыла. Наверное, что-то такое женское имя какое-нибудь выбрать. Я даже не знаю, баронесса у нас уже есть. Что-то такое, пускай будет. Вау, красотка. С пополнением. Единственное, что ее нужно будет, скорее всего, еще и прокачивать, чтобы показатели улучшить, да, до 20 уровня. Гены. Есть невидимые гены, которые можно исследовать. Это уже для последующих скрещений, скорее всего. И у нее уже здесь есть родословная. Круто. Можно будет надеть на нее амуницию, да? Давайте попробуем. Одна из последних. Что у меня есть в наличии? Можно будет что-то еще купить дополнительное. Так, в наличии у меня есть вот такой. Это у нас не вальтрап, седло, золотая оса. Так, вальтрап. Такой можно надеть. Золотая оса 240 тысяч. Окей, в корзину. Купить. На голову. Есть ли у меня из этой коллекции что-то? Так, 200 тысяч. Окей, покупаем. На уздечку, наверное, не хватит, я думаю. Скорее всего. Так, это розовое шампанское. 120 тысяч. В принципе, хватает. Все, отлично, покупаем. Вот такая красотка. Ее нужно будет прокачивать, как я понимаю. Ну, этим будем заниматься уже, скорее всего, в одном из следующих видео. Посмотрела я обновление. Конечно же, понравилось. Слов нет. Все очень здорово. Вот, буду снимать продолжение, обязательно буду снимать видео по этой игре, потому что она постоянно обновляется, и это очень радует. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре «Состязание звезд скачки». А с вами была Яна, и увидимся в новых роликах.